В этом году Чувашия участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги». В программу вошла так называемая Чебоксарская агломерация. Столица республики – Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарский районы. В Новочебоксарске в списке подлежащих ремонту 13 участков дорог. Общая сумма работ порядка 315 миллионов рублей. Как осваивают эти средства, выясняла и наша съемочная группа. С начала образования города-спутника на ремонт дорог никогда не выделял столько средств. Улица Советская, Винокурова, Первомайская, Восточная – это далеко не полный список участков, которые в этом году обновятся. Всего их 13. Первая точка проверки – улица Набережная. Там меняют покрытие. Работа идет полным ходом. Члены комиссии проверяют, какого качества асфальт, насколько дает гарантию компания, выигравшая аукцион на ремонт. По улице Парковая с протяженностью 2 километра основные этапы работ организация ООО «Электрой» выполнила. Сейчас идет поднятие ливневой канализации. Значит, уложено 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, более 2 тысяч погонных метров бордюрного камня и полная сметная стоимость 15 с небольшим миллионов рублей. Побывала комиссия и на улице Южной. К ремонту фирмы СК «Стройгрупп» приступила 30 мая, а завершила его уже 27 июня, на 3 дня раньше срока, оговоренного в контракте. На данный момент дорога, можно сказать, принята. Произвели замер геометрических параметров дорожного покрытия. Также проверено само покрытие, сделаны вырубки в асфальтобетонном покрытии. По качеству и объемам у строительного контроля вопросов к подрядной организации нет. Ход ремонтных работ находится на личном контроле главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой. Она постоянно встречается с подрядчиками, выезжает на объекты. Работы ведутся в графике, с подрядчиками мы постоянно в контакте. И именно вот выездные совещания, присутствует здесь и руководство подрядчиков. Здесь у нас работы ведет строительная компания «Гарант». Тоже они у нас уже второй год работают в городе именно по ремонту дорог. В следующем году программа по ремонту дорог в Новочебоксарске будет продолжена. Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России». Здесь выделено свыше 200 миллионов рублей. И уже в следующем году запланирован ремонт в промышленной зоне. По результатам проверок 13 участков дорог особых замечаний со стороны контролирующих органов и комиссии не было. Подрядчики обещали вовремя устранить мелкие недочеты и не выбиваться из графика. Одним из главных критериев отбора дорог для участия в проекте «Безопасные и качественные дороги» стал знак повышенной опасности. По прогнозам, к концу 2018 года аварийность должна уменьшиться как минимум в 2 раза. Рифат Фаткулин, Олег Якимов, Республика.